Всем привет! Вы на канале Афира Пэтс. Зайка, кто у тебя там в переноске? Сэмик едет. Сэмик? Сэмик. Сэмик едет к Татьяне Сергеевне. Соскучился по ней. Сэмик едет к Татьяне Сергеевне. Сейчас, значит, победа. Несколько станций на метро. Потом нас Яська встречает. Потом едем с Яськой. Покажем вам, что там мы будем делать. Погнали. Миша, зайка, чего не шевелишься, заяц? Боишься? Даже траву не доел. Ну, поешь траву, ты мой золотой. Мы с Яськой ехали-ехали и почти доехали. Тут у нас Хватенька. Тоже пугается мальчик. Пугается малыш, пугается. А там на переднем сиденье у нас Шурында. Пошли они с Яськой, пошли за водичкой. Сэм, где там головешка твоя? Сейчас будет Татьяна Сергеевна тебя лапать. Лапать. Сэмика лапать будут. Не боись. Сэмик, ты что дикий такой? Да не боюсь. Татьяна Сергеевна хорошая, Сэм. Успокойся. Потерпишь. Смотрим зубы, Сэм. Вот такой сильный Сэм. Сэм, это не лекарство, не надо грызть. Не дает посмотреть. Держи тебя, попа. Давай, тебя приподнимем чуть-чуть. Все тебя держат, Сэм. А чем промываете? Ничем. А надо? Ну вот он где-то неделю начал опять капать. Мы сразу к вам. Эпиотик, да, у нас, да-да-да. А когда эпиотик, Зай? Пару дней назад? А он не проходит туда. Не пару дней, а когда? 4 дня назад, да. Не проходит. Что это значит? Плохой эпиотик? Нет, не проходит. То, что вы капаете, оно остается вот здесь, вот сверху, а внутрь не уходит. Потому что там, ну, если бы проходил туда эпиотик, то серные, даже бы серные пробки размывались. А тут сначала у него серные пробки, потом гнойное содержимое. Здесь тоже серные пробки, потом гнойное содержимое, да. Ну, я прямо ему это... А что делать? Эпиотик аж туда загоняю. Не, надо брать шприц инсулиновый шприц лосьончик. Сюда выводите в канальчик. У него же есть здесь 2 входа. Один это вот... как бы слепое отверстие, и вот туда вот основное. Которое, короче, сюда ближе. Да. Вот туда мы вставляем инсулиновый шприц и под напором вводим. И потом держим ухо и вот так вот массируем, прям чтобы сюда содержимое ушло до барабанной перепонки. Ну это да, минут потом... 6 я прям так.
даем, да, этот потрясти. Не доходит. И здесь тоже не доходит. Там вообще. А мы лосьона. заливаем, а оказывается неправильно. Там вообще лосьона нет. Значит, через инсулин только. Лучше инсулин шпица. А сколько примерно набирать лосьона в шпице? По 0,5 мл минимум в каждое ухо. А это контраст, да? Да. Рентген не делали ему? Делали. У вас есть рентген? Ну вот по рентгену вы и сказали, что у вас подозрение на зубы, тогда сделайте КТ. Мы сделали КТ. Рентген вы видели. Ну, вы можете мне? Да, да, сказать? Можем, да. Ты мне скидывал? Так они делают с Сэмом, да? Немножко затруднял вход. Так, теперь буду промывать. Вот сюда встань, пожалуйста. Так, классик. Чуть-чуть. Шура там? Я нет? Носится. Не хрюкай, не хрюкай. Ой, не нервничай, Сэм. Всем тебя обезболили. Где этот канал проходит? Видите, сразу. Go away.
Кого тут мы встретили? Олю с девчонками встретили. Линяет уже, да? Пипец просто. Она сейчас на столе его просто выщипывала. Да я его каждый день линяю. Каждый день чешу. Просто, возможно, хватит. Весь. Да, да, жесть. Что ты делаешь, Катя? Почему ты линяешь? Что это? Почему ты линяешь? Хватит. Она уже не встала, да? Я не стала линять. Ну, у меня, блин, дома кондиционер работает. Я не знаю, что ему надо. Угу. Хватит. Оль, покажем твоих малышек? Давай. А то ты же скрытная женщина у нас. Кто такие красивые? Это Нюша. Это Нюша. А там Пуша. Ну, вас не различить, но Оля различает вас. Не, у Нюши же ушко. А вы видишь, как оно... Вот это полушка. И Пуша, она пятнышками, пятнистая такая. А что с ухом? Я забыла. Я не знаю. Яся, а ты не знаешь, что с ухом-то? Офигеть, на полуха. А вы как одинаковые подружки, да? Они не сестры, да? Они получаются... Кто же знает? А, мне непонятно. Мне непонятно. То ли сестры, то ли мать с дочкой, неизвестно. Они обе вроде маленькие были, потом, возможно, сестры. У меня такое чувство, что Нюша, она как бы постарше, да, на мой взгляд, у нее как-то поспокойнее. Ну, может быть, у меня все три мелкие тоже сидят, но они тоже достаточно разные, поэтому... Но они были прям небольшие, вот, они подросли, да, то есть, возможно, они действительно две сестрёночки. Всякое может быть. Ты такой в сиськах улёгся у Яськи, да? Оу май! Я когда вот начинаю, например, беру Пушу и на то, ну, каточки встречу, вот так, ну, вот так, голове на солдатик. Ну, никто из них не любит. Ух ты, ест сено, да ты молодец. Значит, не стрессует. Заяц никогда не будет есть, если стрессует. Ты молодец. Умница, девчонка. Умница. Жуй, жуй, заяц. Ну ладно, не буду стеснять. Спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо. Оля делала УЗИ сердца малышкам своим. Мы бы тоже хотели бы сделать. Может быть, нас возьмут? Я не понимаю. Все нормально. Все хорошо. Ты такая шурында. А Шурочки зубы пилили. Ах ты, заяц сладкий, обоссались. Ну ничего, ты же заяц, тебе можно? Отвернулась? Кто там лапой стучит у меня, Сэм? Ну что такой трусишка? Сейчас домой поедем уже, успокойся. Он просто возмущается. Сэм, успокоимся. Поешь, травы поешь. О, Господи. Малышка моя. Черри так скучала по Сэмику, начала его мыть. Так скучала, девочка. Одинокая сидела одна. Ты мой заяц. А куда ты пошла? Черешня. Там зайцы не для тебя. У нас какое-то время погостят Хватенька Яськин и Шурында. Яська нам сказала, что не вытаскивать Хватя, чтобы от него других, ну, короче, кролячьих запахов не было. Там уже Черри пошла к Хватю. Черри, отстань от Хватеньки.
А Шуру мы сейчас выпустим вот в такую загородочку небольшую. Чири лезет к Шуре, Чири лезет к Вате. Ко всем лезешь, Чири. Ты чего пристаешь к гостям? Пугаешь Шурынду. Сейчас Хватеньке. Ой, Хватеньке тоже интересно. Что ты там пролезаешь? Слышь, торчеухая. Не воруй его траву, слышишь, коза? Она ворует его траву. Величина. Да. Ты чудо-юдо. Чудо-рыба. Черри. Сэм вообще так. Через Сашу будет? Давайте. Чтобы Сэмик там оживился. Ты что делаешь? Так. Я тут на страже. Шурынду ты не садить хочу. Иди сюда. Семик. Иди, не бойся. Аккуратно. Иди. Боись. Ух ты, малышка, молодец. Сходи, сынца поешь. Оно да. Вкусное, ты такое любишь. Оно горошило вроде. Угу. Положи ей еще этой травы. На подоконник. Временного пребывания. Простите. Ну, потусуешься так пока хорошо. Ой, Шурочка у нас в гостях. Сэм. Сэмишка. Да что ты такое за кролик? Черешня. Шурочка, травку будешь, да? Поешь, малышка, поешь. Пошла жара! Она меня поцарапала, когда я хотела положить Хватеньке. Надо его убрать. Да, я буду держать. Уходи нахрен, Черри. Нам не надо, чтобы от Хвати запахи другие были. Чё такая любопытная? Ешь, малыш. Покопайся, потусуйся. А ты отвали. Это что такое за поведение, а? Поцарапала меня засранка. Это не твой кролик. Твой кролик Сэмик. Черри. Что ты хочешь? К нему она хочет. Что хочешь? О! Нагорошила, малышка. Молодец. Молодец. Шурочка, молодец, Шуриндочка. Шурочки подпилили зубки планово. Ну чего, ты будешь есть или тебе интересно все? Ничего, я тебе пальцы не буду засовывать, я боюсь тебя. Чего, малышка? Еще горошина вывалилась. Ей, наверное, зайка побольше надо вот этой вот, что в прошлом была сочкой. Нет, но она сено особо же. Нет, это мало ей просто положил. Хоть можно бока, да, расслабить. Да, нет, ты посмотри на эту чучундру, блин, а. Ворует ухватя сена. У тебя два сенника, она ворует у гостя. Ну, ты нормальная вообще, нет? Черри, тебе не стыдно?
Вроде жует он что-то тоже. У тебя свой мужик есть, отвали от чужого. Уходи. Так и крутится вокруг него, так и крутится. А ты что хочешь, Сэм? Ты тоже у нее подворовываешь? Мы поставили водичку всем. Хватенько там жует сено, молодец. Эта долбанашка ходит к нему, вокруг прям хочет к нему. Долбанутая. Сэмик вон отдыхает жопой. Шурында тут горошит вовсю, хочет выбраться. Поставила ей тоже водичку. Видела, как она в том углу насикала уже. Тоже сидит, ест сенцо наше. Она дентальница. И ест наше сенцо, да, малышка? Ты молодец. Ты умница. Пришлось сделать некоторые... Сэмик, я отодвинула траву, чтобы ты у нее не тырил. Уходи. Уходи от нее. А ты чего? Я такая вся в домике, в домике. Надеюсь, она не запрыгнет к ней через отсюда. Пришлось хватит отделить, потому что Черри хочет к нему. Шурочка, Шурочке нужен дом. Шурочка без дома. Тебе нужен сородич. Чтобы она с ним дружила, водилась. Сэм, что происходит? А это, короче, долбанашка. Пытается продумать план, как пробраться к Хватю. А еще она пытается кусать Шуру. Я закрыла ее ковриком. Если понадобится, много ковриков там закрою. Черри! Ах ты! Ах ты! Ролику, которому что-то надо, ни преграда, ничего. Ты зачем туда запрыгнула? Черри! 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 Агрессивный заяц! Слышь, что ли? Бешенство, а бешенство. Не надо на нее зыркать. Ты зачем на нее зыришь? Черри! Черри! Блин, прекрати! Ну-ка уходи оттуда! Ты как Халк, чертов! Уходи отсюда, коза, ты такая... Что такое? Черри! Черри! Уходи! Черри, уходи!